Ну вот в этой фазе, которая сейчас происходит, я думаю, что не очень они могут коснуться, потому что там как бы точечные удары по конкретным каким-то людям, и им, этим конкретным людям нельзя выезжать будет за границу, там, пользоваться там, своими счетами, и там, домами, яхтами и всем остальным. Но если вот пойдут другие фазы, там, как вот они сейчас хотят запустить третью фазу экономических санкций, уже против определенных секторов, целых секторов экономики, это, конечно, естественно, коснется уже всех людей, потому что в экономике начнутся большие, как бы сказать, такие неурядицы. Вот. И это, естественно, будет влиять на все, и на уровень жизни, и на образование цен, на валюту. В общем, люди, естественно, все это почувствуют, конечно.